Ну, на самом деле, если говорить о метриках бренда, их всего две, то есть это узнаваемость бренда и отношение к бренду. То есть узнаваемость должна быть на высоком уровне, отношение должно быть на пятерку, да, по пятибалльной шкале. Как этого достичь, вот это другой вопрос, это, наверное, самая важная составляющая. То есть надо постоянно изучать, значит, желания и убеждения конечных потребителей, клиентов, людей. То есть это очень динамичная штука, она постоянно меняется, потому что мир вокруг нас меняется, и тот, кто постоянно, значит, изучает, подстраивает свои месседжи, свою визуализацию бренда, свои метасообщения под вот этот целевой спрос, тот, соответственно, и становится лидером рынка с точки зрения бренда. Безусловно, безусловно. Почему? Потому что, во-первых, он не такой, как все, абсолютно не такой. То есть у него своя архитектура, своя ментальность, своя лексика, свое понимание красоты, значит, образов, картин, визуализации. И все это делает, конечно, его отличающимся от всех вокруг. И, естественно, поэтому можем говорить, что он имеет свой аутентичный бренд, свой самобытный бренд, и сюда хочется возвращаться. Это культурный центр нашей страны, поэтому, ну, безусловно, это так. Значит, если говорить о компаниях, ну, Теле2 на слуху, «Газпром», конечно, головной офис здесь, «Газпром-арена», сейчас уже, надеюсь, после проведения нашего Synergy Global Forum 4 октября на «Газпром-арене» станет еще более известным брендом. Ну, «Триколор», такие вот бренды приходят на ум, если говорить о компаниях.